В случае беды, если необходима помощь медиков, есть два номера, по которым можно звонить с мобильного телефона. Это либо 112, телефон Единой службы спасения, либо 030. В этом случае вы позвоните непосредственно на городскую станцию скорой помощи. Абонентам Билайна и Ютела необходимо набирать 003. Также медики просят, чтобы люди, которые просят их о помощи, не бросали сразу трубку, а как можно дольше оставались на связи. Это необходимо для того, чтобы у врачей была возможность узнать всю необходимую информацию. К примеру, бригаде скорой важно знать, к кому конкретно они едут – к молодой девушке или к пожилому мужчине. Более подробную информацию о правилах вызова скорой помощи можно прочитать на официальном сайте Ноябрьской станции скорой медицинской помощи.